Привет, мои дорогие! У нас сегодня с вами опять посылочка с Ив Роше. Мы сейчас вместе с вами ее распечатаем. Мои дорогие, вот такая посылочка. Сейчас откроем. Сбоку лучше всего ее открывать. Класс, я так радуюсь, я так ее ждала. Так быстро ее привезли, классно. Так, одну сторону уже открыла. Как вторую открыть? Классно запечатано. О, уже вижу что-то красивенькое, интересненькое. Так, ну это упаковочный лист, как всегда. Смотрите, какая зелененькая, красивая. Это мы ложим. Сбоку. Сразу первое, это значит, первое это подарок. Подарок, который они мне прислали, я сама выбрала. Я этот раз не могла найти бланк лист. Я хотела по бланк листу заказать. И я заказала в интернете, на их сайте, Ив Роше, Ив Роше ДЭ, так как я в Германии нахожусь. И я сама себе выбрала этот подарок. Это такая пляжная сумка, так как у нас сейчас лето, и мне надо к воде, если я там поеду на выходные. Вот такая вот красивая сумочка, Happy Summer. С попугайчиками такими, тропическая тема, с золотыми ручками, с молнией. Легко очень открывается. И здесь она такая просто белая. Вместительная, большая сумка. Там еще дно такое раскрывается, там донышко такое вот. Сюда можно и подстилочку, и полотенечко, и все, что вам надо. В бассейн, на пляж, все сюда поместится. Я сама выбрала такой подарок, потому что мне как раз нужна новая сумка на лето. Пляжная такая. Так, ставим сюда. Что следующее у нас? Это упаковка. Следующее у нас идет такой корректирующий карандаш. Такого цвета он, бежевого. Это типа как мейкап, только точечный такой, под глазки наносить или какие-то дефекты кожи скрывать, прыщики. Он был в двух цветах, я заказала тот, что светлее, так как у меня светлая кожа по натуре. Потом идет у нас такая... Скраб такой, пилинг для лица. Ну, совсем такой маленький тюбик, я уже вижу. 30 миллилитров. Я очень хотела пилинг с абрикосовых косточек. Я уже с абрикосовых косточек, значит, пользовалась. И он мне очень зашел. Но потом я за него забыла и перешла на натуральные пилинги. Натуральные скрабы с кофе я делаю. Но сейчас я опять захотела что-то другое. Смотрю в ихнем каталоге на сайте. С абрикосовых косточек уже не было. А был такой, как он называется? Гранула. Гранула пилинг.
Я сейчас его состав посмотрела. Оказывается, это ромашка, французская ромашка, французская календула и абрикоса там тоже есть. Только они уже, эти косточки абрикосок, сделали с него такой порошок. И добавили еще французскую ромашку. Французская ромашка успокаивает, а порошок из абрикосовых косточек, он чистит кожу. Такая кремообразная пасточка, такая зернистая. Ну, как все скрабы. Очень приятный цвет. Сейчас мы его откроем, понюхаем. Нанесем текстуру. Ой, такая розовенькая текстура, если вы видите. Очень приятно пахнет. Класс, запах то, что надо. Здесь символ Yves Rocher на боковой поверхности. Вот Yves Rocher написано. Сделано во Франции. Так, помажем на ручку. Сделаем себе заодно пилинг руки. Следующее, что у нас, это у нас такой дезодорант. Дезодорант Fresh. На русский он переводится свежесть. Он, значит, сохраняет свежий запах 48 часов. Очень эффективное средство. Я уже раньше их заказывала. Тогда был по акции, я заказывала 2 за цену одного. И очень мне зашли эти дезодоранты. Они не оставляют ни белых, ни желтых пятен. И очень эффективные, очень освежающие. На лето то, что надо. И что у нас еще есть? Это такой гель легкие ножки. Это гель для ног. Как раз на лето, когда у вас тяжелые, уставшие ножки после работы. Женщины знают эту проблему. Но сейчас с этим гелем эта проблема решена. Сразу только у вас чувствуете усталость ног, сразу наносите этот гель. Можно даже на работу брать. И быстренько нанести, значит, на кожу ног. И он дает такой классный освежающий эффект. Я за него читала рецензии, очень классные рецензии, много хороших отзывов. Люди довольны, прямо как средство из аптеки. Плюс приятный запах. Да. Он из лютиков сделан. Вот эти вот цветки лютика обладают таким классным эффектом, суперэффект. Плюс он еще обладает освежающим, охлаждающим эффектом. Еще охлаждает в летнее время ваши ножки. Значит, такой флакон 200 мл. На колпачке такой значок Yves Rocher. Имеет такую приятную текстуру. Я уже его знаю, его уже заказывала. И сейчас опять на лето себе заказала. Очень вам советую. Очень классный он по составу. Так. Ну, это опять они мне заказали новые, прислали, то есть новый каталог от нового шопа, DV Shop 2021 с 10% гудчайном, скидкой. И еще как Merci прислали мне. Как спасибо. €5. На следующий заказ я получу €5 скидку. Так, что еще? Все. Вот такой у нас заказик с вами. Мы сейчас красиво поставим, чтобы вы видели. Вот такой заказик у нас. Я очень довольна, классный.
Особенно я довольна подарком. Эта сумочка, это вообще классно. В подарок получить такую сумку. Я посмотрела их цены у нас в магазинах. H&M. Такие сумки где-то 20 евро у нас стоят. Я очень довольна этим подарком к лету. И вот эти все средства очень классные. Я очень ими довольна.